сегодня было открытие доски, на которой было занесено три фамилии трех наших балаковцев, которые принимали участие в спецоперации на Украине и, к сожалению, погибли. У меня такое предложение проработать вопрос, в первую очередь, наверное, обращаюсь к Екатерине Владимировне Солдатовой, проработать вопрос в рамках наших полномочий. Семьи молодые, в большинстве своих случаев, вот, таких трагических моментов, остаются без кормильцев. Может, проработать вопрос в плане предоставления льгот в рамках наших полномочий Балаковского района, города Балакова. Ну, как пример просто элементарно, там, дети учатся в школе, там, бесплатное питание, какие-то еще направления, которые можно будет оказать поддержку в рамках наших полномочий этим семьям. И просьба это предложение зафиксировать в протоколе на следующем заседании собрания, когда, проработав этот вопрос, чтобы Екатерина Владимировна доложила нам на собрании депутатов, какие предложения можно будет в рамках этого предложения осуществить.